Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро и уже осеннее утро. Меня зовут Роман Дусенко, с вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрик». Мы продолжаем цикл наших программ, посвященных управлению. Вообще, я фанат управления, и все, что связано с менеджментом, все, что связано с управлением людьми, развитием людей, это, конечно, моя самая любимая тема. Поэтому я и стараюсь выбирать таких спикеров, которые мне тоже что-то дают интересного, чтобы каждый раз получать удовольствие от той работы, которую делаешь, чего, собственно говоря, и вам желаю. Сегодня прекрасная, очаровательная и умная гостья, Королева Ирина, управляющая директор нового проекта. Это мобильная клиника «Врач рядом». Правильно? Все без ошибок? Все, да. Ира, доброе вот, спасибо. Утро. Спасибо. Да. Спасибо большое за представление. Всем доброе утро, всем удачного дня, хорошей продуктивной недели. Спасибо. Ну, мобильная клиника, да, вот вы задали вопрос. Да, это... буквально перед началом, что такое мобильная клиника? Вот очень хотелось бы, чтобы мы все понимали о том, что мы теперь любые медицинские услуги можем получать не только в медицинском центре, но и на дому. Прям вот любые? Практически любые. Класс. Можно пригласить к себе врача любой специальности, можно сделать УЗИ, диагностику, можно забрать анализы, можно сделать ЭКГ. То есть практически все, что возможно сделать, что можно перенести, если говорить об оборудовании, все это можно сделать. Слушай, ты знаешь, ты вот сейчас мне как бы якорем из моего прошлого, из моего воспоминания достал интересное воспоминание. Я помню, был маленький. И мы с мамой приехали, то ли на юга мы ехали куда-то, то ли что-то еще. И у нас родственники живут в Санкт-Петербурге. И тогда вообще мы жили на Дальнем Востоке, каких-то таких врачей, которые там сложно было, очень трудно было найти. А в Петербурге была услуга, что врач приходил домой, причем можно было какого-то кандидата там пригласить. Все это. И вот мама моя там сделала так, чтобы какой-то доктор пришел, чего-то там со мной рассмотрел. Там. Для меня это было так удивительно, я этого никогда не видел. Видимо, как раз тогда уже это было возможно, но видите, как технологии. Окей, прекрасно. Ира, мы с тобой познакомились на форуме, посвященном клиентскому сервису, в том числе и пониманию уровня вовлеченности, лояльности людей. И мне тогда очень понравились твои выступления с точки зрения лояльности и вовлеченности. Вот все-таки, возвращаясь немного назад, вот что для тебя важнее, лояльность или вовлеченность? И что ты вкладываешь в эти понятия? И все-таки вовлеченность. Вовлеченность, да? Все-таки вовлеченность. Потому что, как я говорила и тогда, как я повторяю, вовлеченность – это когда люди совсем иначе относятся к бизнесу, к тому, чем они занимаются. Когда они это делают не просто хорошо, не просто, скажем так, доброжелательно, позитивно относясь к компании, стараясь сделать просто свою работу хорошо. Когда они стараются сделать максимум того, что могут. Когда они вовлекаются сами, более того, еще и вовлекают всех людей, с кем они общаются. В этом случае люди вовлеченные, они становятся действительно, так скажем, амбассадорами бренда. Они рассказывают о своей компании, они помогают искать лучших людей, привлекать в свою команду. Только вовлеченные люди вот способны развивать бизнес таким образом. Смотри, человек, не будучи вовлеченным, никогда бы не мог так с любовью такой рассказать о вовлеченности. И, судя по всему, ты очень вовлеченный человек. И некоторое время, которое мы сейчас с тобой общались перед завтраком, я абсолютно в этом убедился. Расскажи мне, пожалуйста, кто такая Ирина Королева, если вот убрать вот с визитки, да, вот кто ты сегодня на рынке, вот скажем так, вот медицинских каких-то клиник или там чего, я не знаю. Ну, должна сказать, что, конечно, в настоящее время я бы сказала, что я помогаю создавать медицинский бизнес, ставить его изначально на правильные рельсы, и я помогаю уже существующему бизнесу максимально улучшить свои результаты сегодня и выстроить свои правильные шаги, правильную стратегию для того, чтобы развиваться и улучшать свою эффективность и в будущем, то есть и в краткосрочном, и в долгосрочном периодах. Прекрасно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот из всего того, что сказала, что вот я услышал, что ты человек, который формирует бизнес, помогает бизнесу, улучшает бизнес, спасает бизнес. А вот менеджмент, управление людьми, какую долю вот этих всех твоих навыков занимает, какой процент или вот вообще вот из этого всего клубка отдается людям? Ой, действительно скажу так, что это 99,9%. Ого. Потому что, зная, понимая хорошо рынок, тенденции рынка, к чему идут потребители. Ну вот, как я уже сказала, да, допустим, сейчас мы ограничены по времени, мы все. Поэтому мы теперь хотим уже все услуги, и в том числе медицинские, получать на дому. Почему на дому? Развитие... Я хочу получить медицинские услуги, я пошел в туалет, посмотрел на телефон, там, он мне сразу сказал, как я себя чувствую, да. Я в нему улыбнулся, он мне сказал, Роман Владимирович, идите-ка витаминчика выпейте там, или еще что-то. Пальчик
пальчик приложил, так, да, все нормально. Да. Ведь не зря же это все, они меряют наши пульсы. Да. Там куда-то это должно как-то мне уже пользу какую-то приносить. То есть вот действительно у нашего, скажем так, общества есть какие-то определенные тенденции, куда все идет. Есть понимание этого. Есть понимание того, что нужно людям. Есть понимание того, что дают, допустим, другие компании, существующие на рынке. С одной стороны, выстраивается путь того, куда компания может пойти. Либо новая, где найти свою нишу или свой определенный сегмент, либо существующая компания, куда она тоже точно должна пойти. И ты держишь нос по ветру, куда нужно идти. Да, да, обязательно. И технологии занимают огромное место в этом, в понимании того, куда идти. Я тоже фанат. Идти-то надо с людьми. Это точно. Ты знаешь, я тоже фанат технологий, но по-прежнему я очень много езжу по России и вижу, что мы все-таки пока еще находимся не в четвертой технической революции, не в третьей, не во второй, а в первой. То есть у нас все пока просто. Человек открыл офис, построил клинику, запустил людей, начал врачей нанимать, хочешь, чтобы тебе люди пришли, все обычно. И вот здесь мне как раз я вновь хочу вернуться к твоему определению вовлеченности, что это человек, который является амбассадором бренда, и человек, который вовлечен и больше работает в себя. Так вот, тема нашей сегодняшней программы – управление, повышение управления эффективностью людьми через пример. Как раз вовлеченность, наверное, это и есть тот самый пример. И говоря так, я бы хотел у тебя сначала немного ретроспективу взять. А кто тебе привил этот вирус вовлеченности? Какие лучшие руководители в твоей жизни, каким примером показывают тебе, как это должно быть? Да, мне действительно хотелось бы вспомнить вот мою самую первую работу, первого руководителя, который, наверное, явился самым ярким примером для меня того, как надо управлять компанией. Вот я по образованию, по первому образованию экономист, который волей судьбы стала… Ну не стесняйся, стала, у тебя 4 образования. Да, у меня 4, я экономист, менеджер, я специалист по рекламе, ну еще MBA со специализацией маркетинг. Поэтому маркетинг – это как бы мое все, более 20 лет этим занимаюсь. Но вот первая моя компания, куда я пришла работать маркетологом, это было совместное предприятие «Пронто Москва». Мало того, что это действительно был западный менеджмент, перенесенный на территорию России, но был потрясающий руководитель Макарон Леонид Семенович, который, во-первых, брал из мировой практики лучшее и привозил это сюда к нам и пытался, и пробовал. Но самое главное, что он действительно был гениальным управленцем. Во-первых, он сам был вовлечен. Он болел бизнесом. И он так рассказывал о бизнесе. Он был идеальным директором и собственником. Это не мешало ему совмещать эти роли? И вот не было вот этого перекоса, который мы часто видим? Собственниками были в том числе еще как бы и другие структуры, поэтому самое главное, что был выбор сделан правильно на человека, обладающего не просто харизмой, а обладающего действительно очень правильными менеджерскими качествами. Быть вовлеченным самому, уметь вовлекать других людей, и причем вовлекать их не просто в то, чтобы заниматься бизнесом текущего дня, а всегда развиваться, всегда искать что-то, что позволит бизнесу развиться. А вот я тебя спрашивал о принципах, и ты мне перечислил вот эти замечательные принципы. Может быть, ты сейчас расскажешь вот эти вот принципы менеджмента, которые ты усвоила для себя вот как эту азбуку. Да, и вот действительно эти моменты, которые я теперь и всегда в своей, ну скажем так, даже это философия, которую я в своей жизни теперь исповедую, и это дает действительно очень эффективные результаты. Обязательно уважительно относиться к людям. В чем это проявляется? Вот самый простой пример. Мы очень много говорим о слове уважение, уважение, уважение. К людям нужно быть изначально, безусловно, доброжелательными, но нужно к ним проявлять внимание. Нужно интересоваться ими и их жизнью. То есть не только в рабочее время, но и тем, как у них проходит жизнь вне работы. И это действительно нужно делать абсолютно искренне. И в случае возникновения, не дай бог, каких-то ситуаций, всегда быть готовым помочь. Прийти на помощь. Да, прийти на помощь. Это очень важно. Второй момент. Нужно всегда уметь людей благодарить. Нужно всегда находить что-то в их работе, что заслуживает особого внимания, поощрения. И причем делать это не только один на один, а без... Почему у нас не принято благодарить в России? Почему менеджмент только ругает всегда всех? Я вот не знаю, поскольку на самом деле в моей практике, опять же, изначально меня этому научили, я видела этот пример, и теперь я это всегда использую. Я могу сказать, что это дает колоссальные результаты. Вот когда я стала для наших сотрудников медицинских центров, а просто тот, кто управляет медицинскими центрами, тот понимает, как на самом деле очень сложно управлять врачами. Уважаемые мои дорогие и любимые врачи, но действительно это люди, которыми управлять сложно. Это не как в армии. Есть ли какие-то секреты, как можно удержать врачей, например, в клинике?
Да, конечно, врачи удержать непросто, потому что вот что я хотела сказать, что врач, каждый врач, он уникален. Вот в этом отличие врача от, например, сотрудника офиса или многих других структур. Очень во многих компаниях сотрудники являются как бы частью единого коллектива, они выполняют какой-то определенный функционал, и они команда просто вот изначально. Врачи, каждый из них индивидуален. То есть звезды, да? Да, и каждую индивидуальность объединить и из них создать команду – это самое сложное, что может быть. Для того, чтобы это было, очень важно, чтобы врачу хотелось работать и хотелось добиваться тех результатов, которые от него ждет руководство. Какой самый главный секрет создания команды из таких звезд? В принципе, я думаю, что это на всех звезд таких дизайнеров, каких-то креативщиков, важных людей. Важно, во-первых, рассказывать другим коллегам о достоинствах, о возможностях этого врача. И что я всегда делаю в компании, где я работаю, я даю возможность обязательно врачу себя презентовать. Он рассказывает о себе, о своем опыте, о своих навыках, возможностях коллегам. Коллеги, безусловно, это оценивают, и это совершенно другой уровень общения. Не вызывает ли это зависть? Например, о, какой успешный. Нет, нет. Вот у врачей, опять же, надо отдать им должное, они понимают, какой за этим стоит труд. Труд. Да, и они это ценят, и они это в коллеги искренне уважают. Это один момент. Обязательно, как я уже говорила, людей хвалить, находить в их работе благодарность. Да, находить то, что действительно необходимо поощрять, говорить им о том, чем они действительно помогают бизнесу. То есть они это должны слышать, и никогда этого мало не бывает. Никогда. Вернее, много не бывает, поэтому нужно действительно не забывать об этом. Для того, чтобы люди работали в команде, очень важно, чтобы они друг друга слышали и давать им возможность даже некой дискуссии и обсуждения каких-то своих профессиональных вопросов. Это, кстати, ты назвала одним из принципов, который вот взаимодействие, когда вы еще вот обсуждали с друг другом, что вы узнали нового в той. Да. Это и есть вот это продолжение этого принципа, да? Да, да. Принцип когда взаимодействия открытого. Когда я сказала, вот, что я даю всегда врачам возможность рассказать о себе, но также мы всегда делимся новой информацией, которую мы получили. Получили на конференции, прочтя это в какой-либо зарубежной или отечественной литературе. Это спонтанные какие-то собрания или регулярные? Нет, конечно, это должно всегда быть регулярно. Обычно это происходит раз в неделю. Формы могут быть разные, но, например, одна из форм, которая весьма удобна, это когда врач делает доклад по какой-то определенной тематике. И как раз после этого происходит некая дискуссия. Какой-то, наверное, короткий, да? Там, да, да, безусловно, короткий день. Доклад. И далее уже коллеги обсуждают, а как это действительно можно применить в работе. Причем обсуждают врачи разных специальностей, потому что любой пациент, он нуждается в комплексном лечении, обследовании, и врачи в совокупности понимают, что можно сделать, используя, допустим, эти новые идеи, технологии. Вот. Но про что еще вот я не сказала, что крайне важно для врачей и вообще для любой команды, и для любого сотрудника, чтобы его удержали. Это возможность развиваться. Развитие, да. Вот когда компания дает возможность этого развития, это всегда очень ценится всеми, особенно врачами. Почему? Развитие – это же все равно инвестиции. Да. Это затраты компании. Да, да, безусловно. Как они, оправдываются ли они? Всегда оправдываются. Всегда оправдываются, и не только тем, что любые эти инвестиции дадут в дальнейшем возможность привлечь новых пациентов или, может быть, удержать старых, предложить новые услуги. Ключевое – это именно та уже ответная благодарность со стороны врачей за полученные знания благодаря этой компании и за возможность их применить. Потому что зачастую ведь можно получить какое-то образование, но далее не иметь возможности применять эти знания. И вот компания, которая помогает в развитии и давая эти знания, и давая возможность их применить, она выигрывает. Очень интересно. Мы достаточно глубоко ушли в тему врачей. Я, может быть, последний вопрос задам на тему врачей. Скажи, пожалуйста, по твоему опыту, сегодня врачи – это люди, которые работают в разных местах, или все-таки выбирают какую-то клинику как базовое вот место, где они работают? И вот за счет этого сложность формирования команды, в том числе, может быть, в этом? Любой бизнес стремится к тому, конечно, чтобы врачи были именно в его компании. В его только компания. У него и не в какой-то... И только лучшие. Да, да. И вот для этого как раз компания и должна думать о том, что дать со своей стороны врачу. И, как тоже я уже говорила, это совершенно не только какая-то материальная мотивация. Это именно комплекс. Возможность развития – это может быть многогранно. Это только
только, не только возможность получения дополнительного обучения здесь, это возможность стажировки, это возможность поехать за рубеж и посмотреть, узнать другой опыт, это возможность выступить самому на конференции, это возможность, это содействие компании, например, для врача в получении кандидатской или докторской степени, помощь с докладом, с руководителем, с изучением темы. Интересно, но я бы хотел наших слушателей сориентировать, что все, что мы говорим со спецификой некой медицинской, оно абсолютно ложится как абсолютно обычные правила работы с высокоинтеллектуальным потенциалом. Это руководители высшего звена, это какие-то профессии, которые сегодня действительно полностью замыкают в себе, такие редкие профессии. Это бывает, когда, знаешь, когда ты создаешь команду звезд, да, и все эти правила, если уберем слово врачи, скажем, высокопрофессиональный специалист, это будет все то же самое. Давай тогда еще раз немножко вернемся. Все-таки получается, вот твой первый опыт работы, вот эти принципы, они позволят тебе сформировать некое понимание поведения руководителя. И мы говорим о том, что управление людьми через пример руководителя. Если взять, например, в целом компанию любую, да, то мы говорим, что есть понимание там самого бизнеса и есть понимание личности руководителя. И вот как ты считаешь, где вот эта личность руководителя, насколько она важна и насколько важен его пример и поведение, чтобы компания-то функционировала? И что происходит, если вдруг декларируемые вещи не совпадают с реальными? Как тогда? И вот что? Вот в чем важность и насколько важно совпадение декларируемых и реальных? Вот, Роман, вы про абсолютно правильные вещи говорите. Действительно, очень важно для любой компании, то есть она только тогда будет эффективна, когда именно декларируемые философия, принципы, ценности, они действительно реально транслируются руководителем. В качестве руководителя это может быть собственник, но если собственник, скажем так, далек от дел, то, соответственно, первое лицо компании, которое все то, что мы уже любим прописать, да, как во всех крупных компаниях всегда прописано, миссия, философия, стратегия, ценности, да. Когда важно ли это вот даже вот таким, ну, как бы специалистам, как мы говорим, высокоспециальным, высокопрофессиональным, как врачам, знать миссию, стратегию, ценность, для них это имеет какой-то смысл? В формальном плане, конечно, для большинства сотрудников нет. Что мне больше, кажется, для чего пример это... или все-таки вот стратегия пример, миссии? Личный пример, вот все равно. Все можно прописать, и прописывалось на самом деле это все всегда именно в крупных компаниях, когда в компании несколько тысяч, когда много филиалов в разных городах. Просто какие-то вещи, их нужно формализовать. А далее, безусловно, все равно в каждом городе, если есть филиалы, должна быть та самая личность, должен быть тот самый лидер, который собой олицетворяет именно эти принципы. Без этого не будет бизнеса. Я правильно, Ирина, тебя услышал, что на уровне компании это собственник или генеральный директор, а на уровне филиала это тот главный там человек в этом филиале, да? Да. Потому что все равно Москва далеко, и формировать примером из Москвы как бы тяжело. Вот нужно, чтобы этот человек тоже отвечал вот этим требованиям философии компании. Абсолютно. И показывал, как это верно. А бывает такое, что не совпадает вот эти вот, были у тебя опыты, вот я так вот по-прежнему, где у тебя там самая крупная сеть клиник, которую ты управлял, это было в какой компании? МИДСИ. Вот, когда ты туда пришла, ведь там это было что-то уже до тебя сформировано. Как вот ты приезжала в какой-то филиал, и ты видела, были ли расхождения? Какой-нибудь яркий пример, ну, без названия города, можешь привести? А вы знаете, вот это тоже горжусь своим в этом плане управленческим опытом, потому что иногда проще действительно увидеть несовпадение и как бы решить вопрос как. Вот, не совпало, значит, надо найти человека, с которым совпадет. Я действительно исповедую другие принципы. Нужно до людей донести как раз философию видения ценности. И большинство людей всегда слышит. А для того, чтобы они слышали, чтобы они это принимали, должна быть регулярная коммуникация. Сколько времени уходит на то, чтобы вот, например, вот один лидер, не понимающий, где он находится, выбившийся, знаешь, из системы притяжения, вернулся на орбиту, а за ним вернулся и коллектив. Вот по твоему опыту, полгода, по моему год. Опыту. Нет, по моему опыту это занимало 2-3 месяца. 2-3 месяца возвращается, месяца, и потом начинает уже работать. Да. А бывают такие, которые все-таки не смогли вернуться и уходили. Вот в чем главная причина? Что да, опять же, вот вы правы, когда люди понимают, что им это не близко, что они не смогут жить, исходя из таких принципов, они уходят сами. То вопрос: как они туда попали? Почему на уровне приема людей не отфильтровали по ценности? Вот это, мне кажется, тоже важнейший элемент управления. Да, поэтому, конечно, так важно, чтобы вот
то, что исповедует изначально генеральный директор, то есть первое лицо, дальше было на ключевых позициях. HR-директор, его роль так важна в компании. Я вот ее ставлю, если честно, всегда в бизнесе просто на второе место. Вот на первое после генерального директора. Да простят меня все, ни финансового директора, ни коммерческого директора, именно HR-директора. Человек за кадром, потому что, за людей. Да, любой бизнес эффективен только когда там работают правильные для бизнеса люди, единомышленники. Вернемся еще раз на самый верх. Личность, пример, его мысли. А вот эти мысли его, они должны быть сформированы как-то в какие-то стандарты, в правила, там, вот, чтобы ну, дальше-то к людям с чем идти? Ну вот что хочу сказать. Всегда уже теперь в крупных компаниях, да теперь уже и в мелких, формируется некий набор стандартов, набор правил. Чаще всего это стандарты поведения, некое описание внутрикорпоративной структуры, культуры. Опять же, это заключается даже в правилах поведения и с клиентами, и между собой, в одежде и прочее. Следующий момент, который мы теперь всегда формализуем, для того, чтобы человек все это выполнял, для того, чтобы правильно общались у нас с клиентами, да? После этого создаются некие системы мотивации. Но... То есть сначала правила, определяем, правила. Какие должны быть правила по отношению к коллеге, к клиенту, а потом зашиваем эти требования в систему мотивации. И человек, выполняя правила, получает вознаграждение, не выполняя или нарушая, получает взыскание. Да. Ну, я просто немножечко забегу вперед еще. Для чего, опять же, правила, да? Потому что мы все понимаем, что для того, чтобы бизнес был эффективен, что необходимо, какие составляющие. Необходимо, во-первых, уже существующую клиентскую базу развивать. Развивать в каком плане? То есть, чтобы они чаще посещали, если мы говорим, допустим, там о магазинах или клиниках, или чаще покупали товар, чтобы их покупки становились объемнее, то есть повышался средний чек. Очень важно, чтобы появлялись новые клиенты. А что самое лучшее для того, чтобы появлялись новые клиенты? То, чтобы старые были довольны, чтобы они со своей стороны рекомендовали это всем знакомым, и далее таким образом клиентская база расширялась, и причем это было бы для компании гораздо более экономичнее, нежели чем привлечение новых клиентов. Смотри, обычными вот, путями рекламы. Удивительная цепочка. Вот на одной полюсе человек и личность руководителя, а на другой стороне довольный клиент. Где-то здесь между ними вся твоя система. Все-таки вот можешь вот какую-то прямую провести параллель, как пример вот этого позволяет получать довольного клиента? Да. Вот, ну, сейчас, если можно, все-таки еще один промежуточный шаг, да? И вот для того, чтобы клиенты были довольны, выстраивается набор правил, как с ними должны, допустим, общаться на всех уровнях, во всех точках соприкосновения с нашим клиентом. Правила описывают и то, как человек должен поздороваться, встать, улыбнуться и так далее. Но что можно сделать? Можно просто своим личным примером это непрерывно своим сотрудникам и показывать. Ну, например, когда ты заходишь, ну, я все-таки приведу из своего последнего Конечно. Опыта, поскольку медицинский центр. Приходя в медицинский центр, я здороваюсь со всеми пациентами, которые находятся в зоне ожидания. То есть ты говоришь, здравствуйте, да, да, или как? Абсолютно, да. К каждому подхожу, говорю, здравствуйте, там, добрый день, хорошего дня. Если вижу, что, допустим, пациенты с ребенком, там, что-нибудь обязательно обратишься к малышу, сделаешь приятное. Спросишь, угостили ли вас чаем, кофе. Если кто-то из людей уже знаком, с кем ты когда-либо общался, обязательно поинтересуешься его там, состоянием здоровья, какими-то, может быть, семейными моментами. Я правильно тебя понимаю? Первое – уважительное отношение к людям, принцип, и искренний интерес. Искренний интерес, да, и улыбка. И получается еще, мы же своим примером действительно помогаем людям, нашим сотрудникам, учиться. Потому что, может быть, кто-то прочитал это правило, он в уме понимает, что это нужно делать. А как это? А как сделать? Он этого не знает. И вот врач, да, идя за тобой, увидел, как ты делаешь, и делает то же самое, да? Да. Соответственно, да. Уже с другим настроением заходит к нему клиент, и он продолжает в таком же эмоциональном настроении ему совершать операции, ну, в общем, я имею в виду там какие-то свои медицинские, и потом клиент уходит, да, там, получив там какой-то результат. А скажи, пожалуйста, вот, ну, в бизнесе мы говорим там результат, результат, результат. У вас же тоже вот в медицине это тоже результат, там, выздоровший клиент, там, улучшенное состояние здоровья. Тоже все ориентировано на результат? Да, безусловно. В медицине, наверное, как нигде, потому что существуют даже стандарты оказания медицинской помощи. Вообще медицина, она очень так формализирована, структуризирована, и у нее результат очень четко измерим.
Вот. Но действительно, и вот вы сказали очень правильные слова: искренний интерес. То есть людьми нужно интересоваться, причем на каждом этапе. И еще, что опять же очень важно, да, вот сказали про врачей. Вот для того, чтобы коммуникация состоялась, нужно, чтобы врач с утра был в хорошем настроении. А это тоже твоя задача? Да. И либо как? Моя личная, либо когда это уже делегировано кому-то из сотрудников, значит, человек, проводящий, ну, у врачей это по-разному называется, пятиминутку, собрание, он точно так же должен зарядить людей позитивом. Поднять эмоциональный градус, да. То есть никогда не ругают с утра там. Можно так, мотивировать, так сказать. Не ругать, да. Проговорить что-то, какие стоят задачи на день. Вообще, когда у человека выстроен план работы его на день, когда он понимает, что ему в течение дня необходимо сделать, он уже, ну, у нас так устроено подсознание, да, он уже все-таки стремится к выполнению этих задач. Но самое главное обязательно, чтобы человек, врач, любой врач, администратор, пришел на работу с позитивом. Поэтому очень важно его с утра этим позитивом зарядить. Класс. Я стараюсь максимально это сделать. Окей, отлично. Значит, мы посмотрели личный пример руководителя. Через позитив передаются врачу, он передает настроение пациенту, пациент, ну, или клиент формирует, приходит домой счастливый, рассказывает, вокруг него там собираются другие клиенты, говорит, куда идти, иди туда. Цепочка замкнулась. Но скажи мне, пожалуйста, все ли такие прекрасные, добрые, замечательные люди? И все ли так с удовольствием воспринимают? Например, не бывает ли такого, что он тебе идет, улыбается, зашел, поулыбалась, там, что делать ей больше нечего, там тоже директор тут нашлась, вот, знал бы, что такое врач. Приходит и начинает там свою какую-то там тему, вот, негатив какой-то. Вот. Как с такими людьми вот работать? Вот, я знаю, ты сказал, что ты человеколюбливая, то есть ты сразу не увольняешь, ты пытаешься вот как-то воспитать. А что является предметом воспитания? Как из человека переформатировать в клиента ориентированного? Заставить никого нельзя, вот точно. И повторюсь, опять же, никакие правила не приведут к тому, что, к достижению результата, который необходим. Индивидуальная работа. Тогда уже индивидуальные встречи. Беседуешь с врачом, разбираешься, вот что не так. Что его, может быть, не устраивает. Некий коучинг такой, да, начинается. Да, происходит. Без этого никак. То есть обратная связь, да. Понимание его цели, вот, да. Все. Бывает по-разному. Бывает иногда действительно это что-то, вот какая-то внутренняя неудовлетворенность. Это может быть вообще не связано с работой, это может быть что-то личное. И тогда это проще снять. То есть вообще как психотерапевт, я бы сказала так. Но как бы это ни странно не звучало, это действительно так. Чем больше я занимаюсь менеджментом, тем больше понимаю, что нами рулит социальная психология. Да, вы абсолютно правы. Где-то понимаешь, что человек находится не на своем месте, что ему некомфортно. Где-то начинаешь объяснять ему, чтобы он встал на позицию пациента, как он оценивает со стороны какие-то действия врача. Вплоть до того, что иногда прям проигрываем сценки. Вот представьте себя в роли пациента. Слушай, я, знаешь, вспомнил Жванецкого, он как-то там рассказал какую-то интересную штуку, когда мама подвела ребенка в детский сад, на нее наорала воспитательница, она пошла, стала врачом, наорала на пациента, вырвала плохо зуб. Та вернулась на работу, стала продавщицей. Это зубной врач вернулась к ней, та наорала на нее. В результате вот полный такой комплекс получается. Мы все так или иначе. Сегодня мы клиент, завтра мы пациент. То есть и мы там осуществляем услуги, получаем. А я вот могу привести пример, очень интересный, но опять же из медицины. Но я думаю, что это сравнение, оно будет очень таким образным. Значит, не буду называть одну свою сеть. Там медицинский центр, в медицинском центре работали врачи, бывшие врачи государственной поликлиники. Но, к сожалению, там есть определенная специфика взаимодействия с пациентом. И все-таки решили устроить тренинг для этих врачей. И что сделали? Первым же заданием было, когда мы поменялись местами, когда врачи посадили в роли пациентов, а сами постарались максимально изобразить то, как они нас принимают. То есть критично. Да, с закрытыми позами, отвернувшись, не отвечая на их вопросы, отвечая недоброжелательно. Переключилась? Да, да. Одно занятие, один тренинг привел к тому, что люди увидели себя способные. Со стороны. Скажи, пожалуйста, вот знаешь, еще очень важный момент. Я, наверное, приведу, может быть, такую обобщенную, как консультант сталкиваюсь. Вот когда ты общаешься с такими звездами, ну, я имею в виду врачи, это как, ну, все-таки как бы это человек-звезда, да, то есть у него там он замкнутый в себе, то есть он производит продукт целиком. То есть вот крупный там высокий руководитель, все остальное. И возникает вопрос продажи.
То есть он скажет, что это я еще должен продавать, я тут лечу там, да, а продаю просто кто-нибудь другой. А ведь на самом деле сегодня задача и элемент продажи, да, как здесь вот научить вот этих специалистов, не нарушая свой внутренний морально-этический комплекс, еще и продавать? Ведь он как бы должен лечить, с одной стороны, а с другой стороны, он должен продать, да? Вот где вот, или сейчас в клиниках не нужно врачам продавать? Нужно. Я нашла секрет решения этого вопроса. Поделись, если это не слишком запатентовано. Могу поделиться, действительно, потому что без этого вот как бы ни один бизнес не будет эффективен. Пока не научишь врачей продавать, и при всем при этом, чтобы он не захотел продавать. Давай начнем с простого. Самые явные барьеры. Почему не происходит? Что говорят? Значит, да, во-первых, для врача неприемлемо слово «продажа». Ага. Он говорит, я эксперт, я лечу. Столько лет учился. Да, я не могу продавать, я буду делать то, что необходимо. И вот этот вот ключевой ответ врача и нужно как раз… Конвертировать. Да, использовать для коммуникации с ним. Во-первых, ни в коем случае не называть никогда это продажей. Я это называю эффективной коммуникацией или эффективной финансовой коммуникацией с пациентом. Это если мы проводим тренинги. Далее, я врачу объясняю, что вы… Столько лет учились, вы себя считаете, и вы таковым, естественно, являетесь, вы эксперт. За что мы вас очень уважаем и благодарны, что вы работаете в нашей компании. То вы есть эксперт. Ты встала на его позицию, приняла, согласилась с тем, что он возражал. Да. Ты говоришь, да, все супер, дальше. Эксперт должен максимально эффективно лечить человека. Угу. Возвращаемся к его особой обязанности. Да, уже обязанности, действительно. Как я уже говорила, эффективная диагностика и эффективное лечение определены стандартами. Определены стандартами, да. Причем на уровне именно государства, нашего здравоохранения. Эти стандарты четко прописаны. И, соответственно, если врач не выполнил этот стандарт, то возникает вопрос. К нему, да, почему? А он эксперт? Ли. Да. И что потом? А где продажа? Получается, что врач начинает понимать о том, что действительно, если я не сделал то назначение, которое я должен был выполнить в соответствии со стандартом, два момента. Первое, есть сомнения насчет моей экспертизы. И второй момент, есть вопрос даже нарушения неких правил, установленных государством. А, собственно говоря, комиссия, если, не дай бог, возникнет какой-то повод для проверки медицинской карты и ситуации с лечением пациента, это вопрос, который может привести к определенным юридическим последствиям. Но это мы сейчас очень глубоко в медицину, я так понимаю, бизнес-процесс прописанный. И вот где наступает момент, когда он понимает, что ему нужно что-то продать? Он это не воспринимает как продажу. Это доказательство, подтверждение его своей экспертизы. Ага. То есть получается, что это вот мы там делали бесплатно, да? А вот это тоже входит в стандарты, вам это необходимо, и я как эксперт настаиваю, чтобы вы это себе сделали. Да. То есть где-то так. То есть через экспертизу. Прекрасно. То есть получается, мы можем любого специалиста, правильно ориентировав его к его собственной экспертности, сделать так, чтобы он занимался еще и коммерческим. Ведь мы сегодня в первую очередь занимаемся коммерческими отношениями. Да, есть государственные там клиники, но мы говорим, что мы ведем бизнес, и большинство наших слушателей – это предприниматели. Для них очень важно, чтобы вот люди, стоящие на ресепшн, обслуживающие клиенты, они все умели продать. То есть, получается, мы в первую очередь апеллируем к их экспертности. Прекрасно. Итак, мы с тобой прошли вот такой как бы достаточно большой путь. Получается, что сначала это личность, это его пример. Потом мы понимаем, что роль самого человека или там специалиста, и теперь получается вопрос эффективности. А как теперь вот это все увязать в понятие эффективность? Как настроить так, чтобы это работало вот как механизм? Вот что вот здесь вот ты нам можешь рассказать? Я снова хотела бы вернуться к вовлеченности. Давай, отлично. Получается опять к вовлеченности. Прекрасно, мы же сегодня как раз на эту тему говорим. И также хотел бы обратить внимание, что та самая вовлеченность должна быть абсолютно у всех участников процесса. Вот как мы сейчас сказали, что врач должен подтверждать какими свою экспертизу. Какими таблетками их кормить, чтобы они были все вовлеченные? Очень важно, чтобы каждый сотрудник в компании, абсолютно каждый, действительно верил в то, что та компания, в которой он работает, производит очень нужный для людей продукт. Вот эта вера, она необыкновенно важна. И эту веру поддерживать, изначально у кого-то формировать, но и поддерживать в обязательном порядке, может только руководитель. То есть руководитель все опять время… Опять возвращаемся к личному примеру. Да. Всегда должен транслировать то,
что мы занимаемся благородным делом. Мы делаем очень важное для общества, для человека. Мы что-то создаем, важный продукт, услугу, ему это необходимо. То есть для любого человека важно все-таки не только зарабатывать деньги, когда он внутри понимает, что он делает что-то хорошее, полезное, что он приносит пользу обществу, приносит пользу конкретному человеку, он всегда понимает свою ценность, и это уже, опять же, воздействует абсолютно на его шкалу ценностей в целом. Чтобы тебе тоже было, знаешь, как платформа методологическая. Читал одну интересную бизнес-книгу, и там приводится пример о психологических исследованиях. Я опять же говорю, что бизнес – это отношение человек-человека, там есть человек, там психология. Так вот, лозунги или отношения, когда мы кого-то к чему-то призываем. Если мы говорим о том, что давайте победим наших конкурентов, там станем лучше, лучшей клиникой в городе, например, там все остальное. Как показали исследования психологов, это работает всего лишь на 20%. То есть человека это драйвит, он нас, а остальные 80, как ты правильно сказал, первое, что это значит лично для него, 5 элементов. Первое, что это значит лично для него. Второе, что это значит для его места, где он проживает, для его города, как ты говоришь, клиника или района. Для в целом, для его страны, как, ну или там, почему медицина там, да, для бизнеса. И тогда он уже понимает, что лично для него вот эти все моменты сплетаются воедино. Так вот, если мы хотим, чтобы они сказали, давайте победим конкурентов, надо еще добавить 4 слоя. Как это отразится на нем, на его коллегах, на вашей компании и в целом на том месте, где вы находитесь. Как ты говоришь, это есть тебе вот подтверждение, почему тогда люди начинают верить в это, что это действительно важно. А еще, опять же, снова вспомню ту самую благодарность. Давай. Как важно, и как, например, в ряде компаний, где я работала, помогала и просто выводила компанию на другой уровень, когда мы не просто благодарили, но когда мы организовывали какие-то мероприятия, в рамках которых вручали сотрудникам награды. Ух ты! И это вручали... не какие-то ценные вещи? Нет, конечно, нет. Для человека важен вот просто диплом. Признание. Да, вот диплом, который ему дали, где написаны определенные слова. Как важно, чтобы это были не формальные слова, а некая уникальная характеристика, его заслуга перед этой компанией. Чтобы это обязательно было, как я уже говорила, публично. Чтобы это осталось как память. В одной компании мы вручали награды, мы вручали медали. И это действительно для людей очень важно и ценно. Потому что, ну, даже в конце концов, ты пришел в семью. Ты говоришь, ой, меня там хвалили на работе, меня благодарили. Ну, ты это вспомнил раз, там повторил второй раз и так далее. Если у тебя есть вещественное еще как бы памятник, вот, посмотрите, да? Да, то, что ты хранишь в квартире на видном месте, соответственно, ты транслируешь это еще и гостям, и людям, которые к тебе приходят. И разве это, можешь опять ты продает. Без уважения говорить о той компании, которая тебя наградила, от которой ты получил признание. Поэтому вот для того, чтобы действительно получать развитие, компания должна в первую очередь добиваться признания вот своих собственных сотрудников, чтобы вот их сердце принадлежало компании. Тогда у них будет все. Это же прекрасные слова, вот, чтобы сердце принадлежало компании. И мне кажется, вот если бы мы смогли хоть на, допустим, там, на 1% в целом вот от нашей программы помочь руководителям поверить в то, что их главная работа – это люди, а их главная задача – это личный пример и благодарность, то, мне кажется, это было бы просто супер, потому что вот даже сегодня ехал на передачу, и у меня есть клиент, с которым я работаю, он живет на Дальнем Востоке. И он сейчас занимается в такой карьерной трансформации. Он говорит, слушай, ну вот собственник пришел, ну как всегда все плохо, плохо, ну хоть бы поблагодарил. И мы с тобой сегодня как раз говорим на эту тему. Это очень важно. Вот все-таки... Вот что для тебя является самым главным, когда ты вот становишься руководителем, вот ты приходишь в какую-то компанию, ты понимаешь, что от тобой очень много зависит. А вот именно вот понимание человека, как ты сама себя настраиваешь вот на этот лад, на то, что твой пример самый главный, твоя благодарность важна. Где ты в себе черпаешь ресурсы от того, чтобы быть такой, какая ты есть? С утра встал, улыбнулся. Главное улыбнуться. Я тоже все время это говорю со своим сотрудникам. Но ты же тоже живой человек. Что у тебя в жизни не бывает каких-то проблем, сложностей, трудностей? Как тебе? Ты же не робот, в конце концов. Как тебе предлагают? Ты приходишь, и все равно ты улыбаешься, все равно ты хорошо настроение. Скажи, что ты за железная леди такая? Ну, действительно, просто вот элементарно улыбнуться. Мы даже, когда провожу тренинги со своими сотрудниками, говорю, вот все, плохое настроение, что-то вот кажется вокруг сгустилось, какой-то вот непозитив вокруг. Все, заставьте себя улыбнуться. Вот улыбнитесь.
все. Вот меняется мировосприятие. Это очень важно. Поэтому, подойдя к работе, к рабочему месту, к рабочему помещению, очень важно улыбнуться. Говорю это всегда операторам, администраторам, врачу. Но скажи, пожалуйста, ты же тоже человек. Тебе же тоже хочется от собственника или от генерального директора тоже, чтобы он тебе улыбнулся. А вот есть ли методы воспитания собственников, чтобы они понимали, что это нужно делать? Собственникам говорю, да, прямым текстом, пожалуйста, время от времени улыбайтесь людям. И мне в том числе, да? Мне в том числе, мне тоже это не помешает. А на самом деле, как бы не было даже собственника, может быть, отвлечен от бизнеса, всегда организовываю мероприятие, пусть это будет редко, но это для людей всегда очень ценно, чтобы собственник хотя бы кому-то вручил награду, поприсутствовал на каком-то мероприятии, сказал несколько слов. Поздравления. Опять же, если он не может присутствовать физически, тогда поздравление сотруднику с днем рождения с его подписью. Всегда передаю от собственников слова поздравления. Ну, даже если они их не говорили, неважно. Все равно людям это важно. Им очень важно. Более того, им важно время от времени видеть и слышать собственника и понимать, что он вовлечен в бизнес, что он интересуется и что ему важно, что они у него есть. То есть, если ты собственник, если ты не очень умеешь разговаривать с людьми, найди такого человека, который тебе поможет обучиться. Ирина, я тебе говорил, что время пролетело очень быстро, да. Время закончилось. Я бы хотел подвести некоторые итоги. Давай я попробую, а ты меня, пожалуйста, поправляй, и мы вместе создадим некое резюме нашей программы сегодня. Итак, фундаментально. Отношения руководителя и подчиненного, или там руководителя, или коллег в команде должны строиться на четырех фундаментальных твоих главных принципах. Это уважение к людям, это искренний интерес, это развитие людей и помощь им в их развитии, и сформирование среды, в которой люди взаимно общаются, обогащают друг друга полученной информацией. То есть фундаментально мы кладем в основу эти 4 принципа. Согласна? Полностью согласна. Окей, тогда начинается дальше. Вот наш бизнес, он работает. Неважно, это какой, медицинская клиника, институт, магазин, там, химчистка или это креативное агентство. В основе лежит эффективность. То есть эффективность – это значит минимальные расходы с максимальными доходами, оптимальные бизнес-процессы, все-все-все основаны на неких стандартах. Опять мы возвращаемся к стандартам. И как ни странно, этими стандартами вновь становятся те самые принципы по отношению к коллегам и по отношению к клиентам. Эти стандарты для того, чтобы люди понимали, что они работают, должны быть интегрированы в систему мотивации. Выполняя стандарты, получаешь бонус, не выполняешь, получаешь взыскание. Не соответствуешь стандартам, покидаешь компанию, а приходят в компанию только те люди, которые разделяют эти стандарты и искренне умеют улыбаться, в конце концов, понимают, что для них это важно. Все это составляет эффективность. Это эффективность как механизм, вот мотор, да, но маслом, которое позволяет всем этим шарнирам крутиться, является личность руководителя. Либо это собственник, либо это генеральный директор, который своим примером показывает, что все, что он декларирует на словах, на бумаге, подтверждается его поведением. И тогда это масло туда течет, и двигатель работает хорошо. Если вдруг собственник говорит одно, а примером и транслирует совсем другое, то тогда начинается искры, мотор барахлит, и какая бы ты прекрасная операционным директором не была, тебе очень трудно добиться, чтобы этот механизм работал. Все это вместе получается тогда транслирование и эффективность вместе получается основывается внутри, формирует простые элементарные вещи, основанные на уважении вновь и обратной связи. И вот наш круг замкнулся. И будь то это клиника эффективная, которая помогает и находить новые ниши, и удерживать специалистов, и быть прибыльной, и развиваться, и получать, собственно говоря, удовольствие от того, что ты делаешь. Абсолютно верно. Что ты еще добавишь в оставшиеся 2 минуты? И вот тогда сотрудники, которые действительно так вовлечены в работу, которые искренне любят уважать свою компанию, они всегда находят пути, и на самом деле очень часто именно новые сегменты, новые ниши открывают сотрудники. Они сами находят какие-то моменты, которые позволяют бизнесу выйти на новые высоты. То есть, по сути, мы их зажгли, и они стали работать во имя и на благо компании, предлагая самые интересные новые реальные развития. Спасибо тебе большое. Спасибо за возможность рассказать. Уважаемые друзья, уважаемые собственники, с нами была Ирина Королева. Если вы сами не умеете улыбаться, найдите себе заместителя, который поможет вам улыбаться и будет вам об этом напоминать. Или в конце концов, просто подходите к зеркалу и говорите, какой прекрасный сегодня день. Пойду сделаю так, чтобы мои сотрудники были счастливы и сделали счастливы моих клиентов. А клиенты, вернувшись домой, сделали счастливы своих друзей, родных и близких. И так наша страна станет лучше. Спасибо. Спасибо.